Ну, конечно, вот эта вот позиция для снайперения, то, наверное, не очень, потому что, ну, любой бы знал, что, ну, куда смотреть. Как бы в играх очень часто, да, вот эти вот позиции снайперов, то есть они же очевидны. То есть любой чел, который там с горы заходит, он знает, что надо сюда смотреть, что тут снайпер. А снайпер, который тут стоит, он же не знает, где в него там будут целиться, откуда. Отсюда, оттуда, 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 оттуда. Ну, то есть в него могут целиться откуда угодно. Но при этом любой знает, что здесь сидит снайпер. То есть любой может зайти там с любого места и в него прицелиться. Ну, то есть он не может никого высматривать, потому что все знают, что он здесь, только его могут высмотреть, да? То есть если был бы другой какой-то там стрелок, его бы убили всегда. Он никогда не может никого заметить, потому что его же позиция выдана изначально. Уже. You have any luck with the ghouls? I'm counting on you.